Бенанти Этна Россо Контрада Монтесерра. Это замечательное вино, сделанное на 85% из сорта Нерелла Маскалезе и на 15% из сорта Нерелла Капучо. Винодельня Бенанти начала свою историю с начала 90-х годов, когда в 91-м году они выпускают первый винтаж двух своих вин, белое и красное, и сразу же взрывают мировую общественность, мировую винную критику. Все сразу начинают обращать внимание на виноделие Этны, и с этого времени, можно сказать, начинается современная история Этны как винодельческого региона. Замечу, что Этна – это поныне действующий вулкан, который извергается как минимум 3 раза в год и опасен, конечно, для местных жителей виноделия. Сейчас же виноделие Этны развилось до такой степени, что начали выделять отдельные участки, крю, можно сказать, на виноградниках. И назвали их контрада, отдельный участок контрада. В данном случае мы с вами имеем дело с контрада Монтесерра. Этот участок находится на юго-западе Этны, недалеко от, собственно, города Катания. Часто вина Этны сравнивают с винами Бургундии по их элегантности, тонкости, кислотности. В данном случае я бы, пожалуй, стиль этого вина отнес больше к бордо. Здесь ниже кислотность, оно более шелковистое, более округлое, здесь более зрелые фруктовые тона, что дает нам возможность наслаждаться этим вином в чистом виде, поместив его в большой бокал, и оно будет развиваться на протяжении нескольких часов. Но также и дополнить, сочетать это вино с блюдами из дичи, с мясом, запеченным в травах, или с нежирным стейком. И, конечно же, не забывайте, что ко всем итальянским винам подходят итальянские сыры. И здесь я бы порекомендовал выдержанные итальянские сыры типа пармиджано-реджано, ну или хотя бы грана-падано.